Привет всем и добро пожаловать на картодром Arena GP. То место, где абсолютно любой желающий может почувствовать себя настоящим автогонщиком в условиях полной безопасности и комфорта. Итак, картинг. Это то, с чего начинает свою карьеру любой пилот Формулы-1. Но с другой стороны, это просто популярное во всем мире хобби и развлечение, так как управлять картом могут все, даже тот, кто ни разу не водил в своей жизни автомобиль. Автопарк в Arena GP внушительный. Карты для взрослых, карты для детей, более серьезная техника для спортсменов и даже двухместные карты для обучения. После выбора подходящей для вас техники вы отправляетесь покорять трассу. 16 поворотов, скоростные участки, медленные связки и просто буря острых ощущений. Что еще важно? Картинг в Arena GP – это безопасно. Всем посетителям клуба выдается полная экипировка – шлем, подшлемник, комбинезон, перчатки, обувь. Карты снабжены дугами безопасности и защитными отбойниками. Ну а ограждение трассы выполнено из суперсовременных барьеров FlexiTrack. В таких условиях вам не о чем переживать. Гонки гонками, но Arena GP – это не только картинг, борьба на треке и адреналин. Это еще и уютное кафе, где можно отдохнуть до, после или во время заезда, если вы простой зритель. Двухэтажное кафе с баром и панорамным видом на трассу, оборудованное по последнему слову техники. 3 киловатта звука, проекционные экраны, HDTV, Wi-Fi, профессиональный свет. В общем, все, что нужно для проведения презентаций, семинаров, корпоративных и частных мероприятий, ну и, конечно же, спортивных турниров. Специально для вас будет организовано настоящее спортивное соревнование. Тренировочные заезды, квалификация, ну и, конечно же, гонка. Яркое сражение на трассе, которое выявит лучших из лучших, достойных подняться на подиум.